Комитет по туризму Подмосковья приступает к отбору заявок на получение гранта от НКО, не являющихся казенными учреждениями, на развитие туризма в 2021 году. Основная цель – субсидирование привлечения турпотока в регион. Грант, который выделяется из бюджета Московской области, предоставляют на основании соглашения комитета с НКО. Заявки принимаются с 16 августа по 16 сентября.